Итак, всех приветствую на CoinMaster'е. Вот как раз сейчас Хэллоуин. 31 число, можно сказать, на носу. И вот такое вот у нас получается событие с призраками. И два рейтинга у нас, смотрите. Давайте сейчас сразу посмотрим. 250 максималка. Ну, поехали, что. Молотки сразу ловим. Как правило, знаете, вот если вы зашли, первый надо всегда на фулах крутить, потому что вероятность, что выпадет либо молоток, либо свиньи, высок. Ну, в данном случае не свиньи нужны, а вот эти призраки. Так, ну и параллельно у нас, не забываем, идет ивентовый сундук клановый. Клановый сундук, в принципе, смотрите, сейчас покажу. Сейчас мы награду здесь заберем. О, кстати, вот эти призраки прикольные. Ловить их. У, дофига сразу получили. Это просто на 250 словили двоих, а троих бы там вообще что-то бы с чем-то было. Так, значит, сундуки. Вот тут фигня, я что-то не верю, что что-то для новой коллекции выпадет. Мастер монет. Это, кстати, дед из Монополии. Ой, сколько золотых, все мимо. Давай, короче, что здесь? Понятно. Давайте глянем сундук. Что тут выпало? Вот это уже вкуснее. 650. А я что-то вот этого типа не помню. Ну, окей. Продолжаем тогда крутить. Что-то тут меня бьют уже. Понял прикола. Давайте-ка меня сейчас не надо бить. Лучше дайте пилюль. Вчера, кстати, я на 600 словил пилюли на 6000 прокрутов. Ну, было весело. Вот. Так что сегодня, я думаю, тоже спело будет. Если пилюли словим. Блин, эти полетели. Свиньи выпали. Ой, блин. Чего? 3800? Да что вообще такое? Что так мало-то? Понял я. У чела 3... Я удивляюсь. Но это вообще ни о чем. Это сколько это лямов-то? Это даже лярда, наверное, нет. Блин, нифига. Вот это чел меня подколол. Вот это он молодец. О, блин, короче. Короче, я не знаю, что. 200 круток выбили. Давай, не знаю, еще. Леденцы, бубенцы. 80, сколько? 87 часов там, ни хрена себе будет ивент идти. Я на третьем месте пока что. Ну и что сундук? А ничего не дал. Давайте вращение ставим. Опять эти молотки выпали. Эти набираются, но пока не знаю, что вообще. Давайте до тыкв, чтобы полностью их вкрутить.
Ну, эти призраки тоже выпадают, на самом деле, неплохо. По 250, это сколько они по 250 падают? О, ну-ка, сколько? Блин, вот загораживает эта табличка, не видно. Ну, вроде много. Зверя могу улучшить? Могу. Так чисто. Немного. Вот это лучше. Ну и нафига сундук-то? Тридцать 9 лямов. 32. Сколько? 63, да, наверное. 66. Ну, 16 нормально. На первое место вышли. Ух. Ну что, контент будем продолжать. На самом интересном сейчас оборву запись. Ладно, все, давайте тогда.